Уважаемые друзья, всем доброго дня. Сегодня у нас 8 мая. У нас получены нами вот такие вот красавцы. Это Huachi. Модели на 20-х колесах идут. Huachi модель H8 Pro. Pro это 60 на 20 аккумулятор. Колеса 20-е. Мощный контроллер под багажником вот здесь. Даже снег пошел, друзья. Такая вот, видите, новинка у нас сегодня. Даже снег пошел. Да. Блин, у меня просто вот слов нету, как эти велосипеды круто смотрятся, честно. Новый дизайн дисков с оранжевой такой полосой, да? И новая резина стоит, 2,60 ширина. Друзья, фара, наверное, уже как можете знать эту фару. По другой модели Monster у нас есть, Huachi Monster. Здесь вот в H8 поставили такую фару, а в A202, который вы все тоже знаете, уже наша легенда, с чего все начиналось, так сказать. Здесь у нас стоит другая фара, как раньше была. Здесь ничего не поменяли. Вот. Также у всех есть сигнал. Вот такой вот громкий. Видите, они даже по-разному звучат. Но самое главное отличие — это вот эта подставка для ног. То есть здесь она в H8, она вот такая вот, можно ноги ставить. А в A202 она зауженная для того, чтобы можно было легко крутить педали. Вот помощник, видите. Еще здесь хочу сказать такую вещь. Вот эти велосипеды, они пришли вот с таким багажником. Все. И эта модель с таким. Но мы уже сами ставим от себя за дополнительную плату плюс 2000 рублей за вот такие вот багажники-трансформеры. Вот. То есть можно его сделать вот так. Поэтому здесь либо берете вот с таким багажником, либо берете с таким, но плюс 2000 доплата будет. Кстати, еще хочу сказать, новое сиденье. Сиденье новое здесь стоит. Вот, ну, как сказать, оно осталось таким же, но здесь новый рисунок. Вот теперь, видите, вот так вот сделали. То есть что-то новое привносит постоянно. Самое, наверное, тоже одно из самых главных отличий – это вилка от Монстра. Теперь модель называется Huachi A202 Pro Monster Edition. И здесь, соответственно, такая же история. Huachi H8 Pro Monster Edition, то что вилка от Монстра. И здесь теперь уже вот такие штучки стоят. Это катафоты светоотражающие. То есть сбоку у вас будет еще лучше видно теперь. Ну, здесь, конечно, фара крутая. Здесь прям фара такая яркая-яркая, паровозная я ее называю. Потому что она светит очень ярко. Ее нужно вниз опускать, чтобы не слепить встречных пассажиров и водителей и так далее. Здесь стоит сигнал. Вот, как раз он от мотоцикла. И еще здесь нововведение, новиночка. Это вот подставка, подножка от Монстра. То есть раньше была алюминиевая, которая легко могла там погнуться. То теперь уже стоит железная подножка от Монстра. Мотор 750 ватт теперь стал. Контроллер стоит вот здесь, под багажником. И он 28 плюс-минус 1 ампер. И аккумулятор 60 вольт, 20 ампер часов. Вот. Друзья, вот такие вот у нас новинки. Да, еще хочу сказать вот про эту штуку, которую все так, наверное, многие ждали. Это вот как раз специальная резиночка, которая не дает проводу перетираться по браму. Huachi вот, они в этом плане заботятся о своих клиентах, и поэтому ставят ее сразу. Друзья, здесь еще эта пленка синяя, по факту она будет белого цвета. Здесь тоже пленка, она будет вот такая. Как бы нержавеющая сталь получается. И здесь то же самое. Вот. Значит, максимальная скорость у этих электровелосипедов мы еще точно не тестировали. Но я уверен, что это будет 55. На 99%, что это будет 55 км в час. Потому что двигатель крутит быстрее, чем в предыдущих моделях. Да, кстати, по поводу поворотников. Они теперь здесь только вот так вот сделаны. Вот здесь, на этой штуке. То есть боковых нету. И задняя фара тоже поменялась. Задняя фара теперь вот такая. И здесь тоже. Вот. И
теперь здесь есть брызговики уже в базовой комплектации, то есть не нужно их докупать. Вот. Так, три скорости. 1, 2, 3. Вот. Крутит очень быстро. Скорость 72. То есть где-то на 10-15 километров обманывает, потому что без нагрузки едет велосипед сейчас. Торможение, соответственно, тоже, как всегда, у Куачи просто одно из самых лучших. Еще они сделали вот эту приблуду сюда, такую декоративную. Но сразу скажу, что она ни на что не влияет. Вот, электровелосипед, как работала амортизация, так и работает хорошо. То есть она ни на что не влияет, это просто для красоты. Кстати, вот кто хочет убедиться, что колеса 20 на 2,60 ширина покрышечек. Ну а так, в принципе, в общем и целом велосипедом очень удобно управлять. Кстати говоря, друзья, еще вот вспомнил одно. У него новый руль, теперь он регулируется не только по высоте, но и по вылету. То есть это на самом деле очень здорово, потому что раньше руль не давал по вылету, а именно только по высоте был. Зеркала вот такие вот идут базовые, круглые, с хромированным напылением. Вот, и, не знаю, я считаю, что дизайн этих велосипедов очень крутой. На мой взгляд, это, наверное, сейчас одни из самых лучших моделей на 20-х колесах, которые может предложить рынок. У него идет комплектация зарядка 3-амперная, его родная, вот зарядка. Идут педали. Вот такая вот идет корзина с такой штукой теперь снизу, чтобы не вываливалось ничего снизу. И, соответственно, намок наш паспорт и гарантийный талон в конце. Гарантийный талон. Здесь указана мощность 240 для ГАИ, да, то есть, чтобы они до вас уже не могли докопаться, что у вас там 500 или 750 ватт мотор. Вот, и вот здесь у нас гарантийный. Значит, и сразу скажу, что права на эти велосипеды не нужны, потому что у них на мотор-колесе написано гравировка 48-60 вольт, 240 ватт. По правилам, если 240 ватт у вас, права не требуются, не имеют права их требовать. Но желательно с собой документы все-таки возить, друзья. Потому что, сами знаете, да, если спросят, вы потом будете долго-долго доказывать, что по документам он у вас 240. Все тогда, друзья, на этом все у нас. Сегодня коротенькое видео. Следующее видео, я думаю, мы уже сделаем, когда мы будем на них кататься, тестировать уже, на какая максимальная скорость будет и так далее, да, то есть как будет работать вилка. Такая вот здесь фара яркая, поворотники. Все как всегда по высшему разряду у компании Huachi. Все, всем хорошего настроения, всех с наступающим праздником поздравляю. 9 мая завтра у нас. Так что, но мы работаем. Так что, кому интересно, пожалуйста, приходите и звоните. Будем рады. Все, пока.